Друзья, продолжается зов Хуареса. Только тут какая-то беда. Я сижу, а загрузка никак не проходит. И это уже второй раз. Я уже и перезагружал игру. И что только не делал. Оно все вот так вот крутится и крутится. Ладно, подожду еще немного. Посмотрим, что из этого выйдет. Неужели она прогрузилась? Офигеть, как долго это было. Окрестности Тукса, Южная Аризона. Наша задача усложняется, господа. Торговец оружием не явился? Да, он там, в тюрьме. Пинкертоны давно разыскивали его, и вот, наконец, сцапали. Пинкертоны? Ха, похоже, этот твой друг крупная фигура. Оружие конфисковали? Больше 300 винтовок. Что теперь? А теперь мы их конфискуем. Ну лады. Что тут за херня? У меня не такой ствол, не надо. Вот шлюха. Один? Где же твои братья, Рэй? А зачем они нам нужны? Не нужны. Хочешь прогуляться? Я собираюсь пойти за водой. Да, самый маленький ручеек в Аризоне таит в себе опасность. Вдруг огромная змея заползет тебе под юбку. Огромная? Тебе надо улыбаться почаще. Я бы улыбался, будь у меня повод. А если я придумаю для тебя повод? Какая-то стерва, вот честное слово. Я мог бы защищать тебя. Правда? Да. Я добуду для тебя все, что ты хочешь. А чего, по-твоему, я хочу? Медальон. Уведешь его у Хуареса? Я могу увести что угодно и кого угодно. И ты сделаешь это для меня? Я сделаю это для нас. Я же говорю, стерва. Фу, такой быть. Просто использует мужика. Тварь. Где гребаный торгаш? Чё это торгаша не вид... Да ладно, вот прям так сразу. Ой, нифига себе там. Ёпта. Тихо. Эй, а дальше куда? Ага. Так. Мы заходим, хватаем парня и уходим. Никаких проблем. Не знаю, Верой. Может, нас уже ждут? Ха-ха, пусть даже и ждут. Им с нами не справиться. Птичку можно грохнуть, но зачем это надо? Не надо. Так, погнали. Капец у них тут постройки, бляха-муха. Ой-ой-ой, сейчас будет бабах. Да? Нет? Ладно, погнали. О, здорово, козлы. Это вообще какой-то мирный житель, или нет? Ну, короче, какая-то лошадка. Как же мы долго едем. Томас, ты много что делаешь через задницу. Но в чем тебе нет равных, так это в нытье. Да пошел ты. Ты уже в 2 года этим отличался. И с каждым днем совершенствуешься. Неплохо, неплохо. Мы уже близко. Слишком тут тихо. Будь осторожен.
Да нормально все. Что-то прямо громко все очень. Хорош. Тварь, топ. Хорош. Вообще огонь. Я уж думал, они никогда не кончатся. Да нормально все. Кончились. В принципе, можно садить туда, но мне что-то вот прям. Ну вообще не хочется. Просто хочу идти по сюжету. Да, вы уйди отсюда. Так, а выбить нельзя, что ли? О боже. Крутья проржавели насквозь. Лошадь легко вырвет их. Иди. Это такая, типа, подсказка была мировая. А где конь? Ага. Ясно. Вот и конь. Нифига себе. Да, вот так надо входить через дверь. Так, стул, это все ерунда. По моей команде. Давай! Ох, что будет мясо. О-о-о-о. На, тварь. Хорош. Молодец, брат. Не шутите с братьями Маккол. Угу. Не слабо, что мы их положили. Так, скорострел. Я хотел попробовать открыть. Ой, бля. Может, хоть на этот раз не будем нестись туда напролом, как бараны? А может, ты заткнешься и дашь старшему брату все обдумать? А, так вот что ты делаешь. Думаешь. Что? Ржавая винтовка, нахрен. Хорош. Господи, ты что тут делаешь, дурак? Офигел, что ли, совсем? Ну так. Ой, хорош, динамитик. Денежек нет. Плохо. Какой-то гибридный пистолет. Нифига себе, блин. Гибридный пистолет. Хм, странно. Вот тут, конечно, стволов понаделали очень неплохо. Откуда я пришел? Куда мне идти вообще? Вниз? Странно. Что тебе, блядь, надо? А, ну так заперто. Черт, заперто. Пошли наверх. Ключ! Охрененно, да. Просто супер. И у кого этот гребаный ключ? А, вот мы где. Вот ключи. Тащи их сюда. Надо выбираться. Нормально, сейчас выберемся. Его здесь нет. Давай, надо спешить. Поворот. Куда спешить? Сдохни, ублюдок. Ага. Кто еще? А, нормально, все где-то отсюда. Да? Отсюда же? Ох, ни хрена себе. Так, это плохо. Вот для чего этот проход, оказывается. Может, залезем и посмотрим сверху? Они здесь! Тебе конец! Мы не прошли даром. Откуда? Я вообще его там не вижу.
О, хорош. Что-то денег вообще. Двое это не серьезно. Денег вообще нет. Едва продержались. Да ладно тебе. А, то есть ты меня кинул, да? Козел. Заприте двери! Заперто! Я пройду через этот дом, а ты спрячься. Трус! Они здесь! Сдохни! Хорош! Черт, они окружают нас! Ну прекрасно. Иди еще людей. Они идут. Ёпта. Хватит патронов. А шапка слетела. Ублюдок. Бляха, перепутал. Затрахал, Томас, где ты так долго там? Идем, брат. Да неужели, бляха-муха? Надо скорее выбираться отсюда. Кто там орет? Не гоньте меня! Не убиваются, жаль. Пожалуйста, не убивайте! На, завали. Увидимся в аду, ублюдок. Ой. Ни хрена. Ёпта. Мощно. Ты чё? По-моему, ты слишком увлекся, Рэй. Разве это плохо, когда человеку нравится его работа? Действительно. Эксплозив. Там снайпер. Где? Разберись с ним, я прикрою. Мало охренеть, да. Такой простой, бляха, разберись с ним. Да откуда? Черт, еще на подходе. Я не вижу снайпера. А, вон он. Хорош, грохнул. Убил, красава! Все? Все грохнул? Да неужели, блин? Нормально. Терпимо. Давай. Пока еще не грохнули. Вот сохраняшечка, замечательно вообще. Никогда. О-о-о-о! Шапка. Блин. Где он? А мы стреляем. Вот именно, блин. Ладно, Томас, залезай наверх. Только чтоб спуститься сюда живым, понятно? Хм. Что это? Ух, еле выстояли. Рейнджеры ржавые, нафиг надо. Дальше чего? Да хорош тебе залезать там, ого. Ой. Откуда? Я не вижу их. Откуда стреля... Чё-то я не вижу вообще никого. А, вон они.
Хорош. Он наверняка в салоне. Там охрана на крыше и ни души вокруг. Мы попадем на дорогу через этот дом. Там. Чертов южанин! Ой, беда. Хорош. Где? Залезай, живо. В смысле, залезай? Бабки, красота. Я сделаю все, что скажете, только не убивайте. Бабки дай. А что с вами такое? Их же всего двое, я вам дам 200 за голову каждого. 400 баксов тому, кто убьет этих ублюдков. Как много, бляха. Там Гатлинг. Где? Они здесь. Был Гатлинг и нету Гатлинга. Вот и все. Бля, там... Там торгаш! Мудак. Так, где-то там был торгаш. Свидание. Хорош. Здорово. Фух, дайте торгаша, срочно. Деньги дай, сука. Чё-то... О, вот торгаш. Красота. Чувак. Ни хрена. Добро пожаловать. Посмотрите. Револьвер, товар. Нож. Так, давайте мы посмотрим, что это за хрень. Ого, блядь. Убойная сила. Побольше на самом деле будет. Ладно, что еще у тебя интересно? Ой-ой-ой-ой-ой. Вулкан! Классная штучка на самом деле, но нет. Гибридха... Ох, нихера себе. 4. 4. А зачем он тогда нужен, если он такой хреновый на самом деле? Скорострел-то вон какой. Это все, чувак, ты меня разочаровал. Но появился, по крайней мере, вулкан. Да, не густо, чувак. Не густо. Та и пошел ты нахрен. Готовься. Бей его. На крышу. Разберись. Хорош, Томас. Хорош, с одного патрона убрал. Кого? Ой. Мясо, нифига. Держись нафиг. Все нормально. Там снайпер вообще-то. Тварь. Минус. Ну все, поехали. Денюжка, замечательно. Сейчас бы... От какого хрена? Быстрее, 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 быстрее. Ай! Не надо нафиг. Тут дохренище секретов.
Но пошло оно все нахрен. Через главную улицу пошли. Нормально. Ну замечательно вообще-то. Так, деньга, прекрасно. Сдохни, ублюдок. Это засада! Хорош. Неплохо. Томас бесполезный. Нормально, нормально. Хедшот, собака. Воу-воу-воу, нифига себе. Чё это, блядь, было? Бочки с неба падают. Охренеть! Что за фигня? Сдохни ты уже. Это все? Козел. Да. Сдохните, я вас умоляю. На, тварь. Ой, как их там дофига. Блестяще. Проверь салон, он должен быть там. Деньги. Хорош. О, замечательно. Что происходит? Тут некуда... А, нет, есть куда идти. Хорошо. Блин. Я все жду... Когда появятся уже отличные револьверы. Внушает все, конечно, красота, но... Но... Тварь. Здорово. Хуарес говорит, ты обещал ему ружья. Приведи нас к ним, и мы тебя отпустим. Я помню, по-моему, кто это такой. Ну, там вообще такой поворот будет. Эй, ублюдок, слышишь меня? Слушай, один из нас сегодня умрет. Можно продолжать прятаться друг от друга, а можно рискнуть. Что скажешь? Давай рискнем, мне-то чё? Ты кто такой? Тварь. Ты их всех прикончил. А то. Снова кровопролитие. Прикрой меня. Осторожно. Нормально все. Дальше что? Давай быстрее беги, блядь. О. Ты можешь скорее идти? И что дальше?
запасы. Дай руку, я помогу. О, господи. Да, озвучка тут, конечно, жесть. Трэшовая вообще. Ужас какой. Давай. Это еще что такое? Тут если упасть, то все с концами. Направо! Осторожно! Не смей сдаваться! Пристрели его! До этого мерзавца было почти не разглядеть. Бесполезный Томас. Они здесь. Ты спас мою задницу. В который раз? 7 баксов, хорош. На колени. Господи, это прекрасно было сейчас. Через балкон! Никто нас не убьет. Кто? Хорош. Хорош. Чё ты их там до хрена? Разве я виноват, что ты как сонная муха? Здорово. Так, погнали. Гребаный амбар. Что-то денег совсем. По 4 бакса, блять, это залезай! Вообще. Взяли добычу, пора уносить ноги. Давай, поехали. Красота. Дилижанс прям. Нифига себе, конвой. О, это ружья? Нифига! Мощно. Мощно. Заставку. Сейчас будет поворот. Мои люди рисковали жизнью из-за тебя. Мне не нужна война с Пинкертонами. Что это значит? Тебе не нужны ружья? Нужны, но на моих условиях. А если я откажусь? Я беру людей и ухожу. Между прочим, это мои люди. Что ты этим хочешь сказать? Братья Маккол. Я был их командиром. О, мудак этот. Война окончена, полковник. Я им теперь командир. Так ты не хочешь, чтобы я принял условия? Эти, блядь, друг с другом договариваются. Да пошли вы нахер. Двадцать восемь минут, нормально. Еще чуть-чуть побегаем. Да. Чем настойчивее я их упрашивал, тем меньше они слушали меня. Они стали настоящими бандитами, и им было плевать на все, что я говорил. Уже и речи не было о том, чтобы восстановить наш дом и ферму в Джорджии. В ожидании возвращения Хуареса время тянулось бесконечно. Наконец Рэй похвастался, что Мариса пообещала сбежать с ним, если он сумеет добыть этот медальон. Он сказал, что забирает золото и девушку, и что никто не сможет ему помешать. Томас не сказал ни слова, но я увидел, как сверкнули его глаза. Он молча уехал прочь. Рэй понятия не имел, куда он направляется, но я знал. Да ты что? Ты прям всезнающий. Надо поговорить. Тебе нельзя быть здесь, если кто-то увидит. Ты что думала, я не узнаю? Не понимаю, о чем ты? Ты прекрасно знаешь, о чем я.
Как ты могла продаться Рэю за золото? Никому я не продавалась. Он хотел забрать медальон. Я сказала, пусть берет. Для себя? Или для тебя? Для нас обоих. Нас всех. Да ты что? А как же Хуарес? Рэй обещал, что убьет его. Рэй не единственный из Макколов, кто умеет стрелять. Я не хочу, чтобы ты убил Хуана. Я так боюсь за тебя. А за Рэя ты не боишься? Я же люблю не Рэя. Началось эта вот херня. Бедный Рэй. Ой, господи. Свободное время. Замечательно. Идем на работу. Дай мне хрена в этот. Открой гребаную дверь. Блин, чувак, у тебя золото. Золото нафиг. Отличный скоростной револьвер. Вот это поворот. Обязательно. Так, вулкан. Вот реально, вулкана бы вместо рейнджера его, что ли, взять. Так, ну-ка, подождите. Рейнджер. Бляха, перезарядка меньше и скорострельность меньше, но зато убойная сила выше. Ладно, для начала мы берем, покупаем вместо хорошего этого самого отличный скорострел. Так, красота. Вместо этой херни мы что берем? Нужно оружие? Рот закрой. Отличная винтовка, ёб твою мать. Хорошая, отличная. Ого! Хелп, сейчас. Так, хороший револьвер, это ерунда. Три звезды, вот, блин, у тебя рейнджер грёбаный. Ха-ха-ха! Дамский отличный, нафига? Нафига. Я даже не знаю, стоит ли эту хорошую винтовку, блин, отличную покупать. Это что? Хороший обрез. Нахрен. Гибрид, это вообще ерунда какая-то. Блин. Вулкан, что ли, хороший за 200 баксов купить? Мистер Рейнджера. Попробовать хоть пострелять чуть-чуть. Это что? У меня лучшее огнестрельное оружие в Аризоне. Да-да-да-да, поговори там. Ай, ладно, давай попробуем. Все, красота. Нормально. Винтовку брать. Хорошая. Даже не знаю. Я вот реально. До свидания. Винтовка не нужна. 100 баксов. Поехали. Какая-то, короче, новая местность. Нифига себе. Да, у Томаса там уже... Как говорится, дети рождаются. Бедный Рэй. Жалко капец мужика. Но, судя по всему, он будет счастлив. Кто играл в следующую часть игры, тот поймет почему. Так что с этим все тоже будет хорошо. Завали. Ах ты, ублюдок! Рот закрой. Не до тебя вообще сейчас. Капец тут местность, нифига себе, блин. Да, я думал, что серии поменьше будет, а про эти, как их сказать, дополнительные задания я вообще забыл. Ой, нифига себе, вот и ферма. Привет, что надо? Я нанимаю стрелков. Человек по имени Снайпс хочет отобрать мою землю. Пошел нахер тот Снайпс. Он явился ко мне с угрозами. Пришлось, конечно, его убить. Снайпс, конечно, пришлет еще, со всеми мне не справиться. Получите 100 баксов наличными, если поможете мне защититься. Это все, что у меня есть. Да, чувак, слушайте, не густо. Вот-вот явится. Ступайте на балкон и ждите сигнала.
На самом деле это, конечно, для Томаса задание, потому что у него винтовка. Ну да ладно. Ого. Ой, нормально. А, 12 калибр. Ну, да хрен с ним. Ой-ой-ой-ой. Ёп, твою мать. Фриман! Ты еще здесь? Составил завещание? Куда? Господи, ты дурак. Посмотрим, кого отсюда вперед ногами вынесут. А кто стреляет? Хорош, Фриман. Оп, твою мать. Неплохо. Хорош. Все, хорош, закончились. Все, Фриман, ты куда? Слава богу. Тебе не занимать, Фриман, я признаю. Но купчую на землю вы подпишете. Если, конечно, хотите вернуть свою дочь живой. Да ебой. У нас Ребекка. Она чудо как хороша. Но личико мы ей можем подпортить. У тебя всего час на раздумье. Всего час, ты слышал? Боже, Ребекка. Господи, нет. А, затрахал. $100 давай плати. $100, чувак. А ну отдай. О, хорош. Давай доп задание еще Ребекку спасем. Че мне? Мне норм. Так, давайте просто проверим. 4 не хватает. О, 2. Ну такое. Ну ладно. Я же отослал ее к тетке в Канзас 2 дня назад. Эти мерзавцы все же добрались до нее. У меня нет ни цента. Я отдал вам все, что было. Умоляю, не дайте этим головорезам тронуть мою дочь. Посмотрим. Умоляю. Ну погнали. Рэй у нас добродушный. Ой, хорош, деньги так собираются, прикольно. Где там выход? Ну поехали, ёпта мать. О, хорош. Блин, какой-то Гранд Каньон, ёпта. О, да тут всего-то час езды. Ха, 2 минуты езды. Пешочком пройтись можно. Ща будет мясо. Нужен вулкан получше. Конечно, перезарядка такая конченая. А ну вышибай. Заперто, хорош. Чё тебе надо?
Деньги, вижу. Замечательно. Я сделаю все, что скажете, только не убивайте. Вы не знаете, с кем связались. Меня зовут Снайпс, и у меня со спиной больше сотни наемников. Я за тебя очень рад. Сейчас я с вулкана. Как, блин, капец, это как карабин какой-то. Вот это, конечно, ствол. Нихера. Блестяще. Все, я большой молодец. Денег что-то вообще ни хрена не дали, ну ладно. Лошадка. Лошадка. Вон лошадка, вижу. Поехали, ёпта. Второе задание выполняем. Жаль, тут никакого фаст-тревела нет. Ну да ладно. Хрен бы с ним. Я, наверное, это обрежу. Давай следующую. Рот закрой. Живым или мертвым, Джим Петерс и его банда. Виновный в убийствах, тра-та-та-та-та-та. Все. Поехали. Давай устраним гребаную банду. Какая-то новая местность. Скажи мне, что я уже приехал, пожалуйста. Я манал еще куда-то ехать. Выходи, трус! Драбадан. Хороший, точно нормальный такой. Нет, еще не приехал. Вот блё. Печально. Как далеко. Вот это реально огромная местность. Та первая была вообще, ну, ни о чемная на самом деле. А тут вон какая. Как бы не заблудиться, а то я могу. О, вот они, приехали, хорош. Деньги нам очень нужны, поэтому будем проходить все. Съябуем. Сложился пополам. Ты посмотри, какие кульбиты. Хедшот, собака. Он собирался динамит кинуть, козел. Ходячие мертвецы. Гребаный сарай. Хорош. Неплохо на самом деле. Я думал, будет хуже. Да. Зашел, так говорится, не туда. Не в ту сторону пошел. Тут ни хрена нет. Ржавый револьвер Вулкан, пошел ты нахер. Не нужен мне ржавый. Ну и что делать? Я всех убил.
А? Подумать только. Похоже, у нас тут объявился герой. И да? На что ты способен, Амиго? Защищайся! Как два пальца. Козел. Попробуй, блин, против вулкана выстоять, ублюдок. Неплохо, неплохо. 100 баксов, красота. Так, лошадку мне, пожалуйста, дайте. Не попал. Хм, криворучик. Лошадка. Так, вырезай. Погнали, посмотрим, что тут осталось. Добро пожаловать, посмотрите товар. 200 баксов, нифига себе, индейцев мешают строительству железной дороги. Охрану. Класс. Давай на этой лошадке покатаемся. У лошадки цвет приятнее. Поехали. Господи, все с кем-то воюют. Всем что-то надо. О боже. Ой, хорош. Нифига себе, прикольно. С кем тут побазарить надо? Наверх можно? Вряд ли. Слышь, чё? Мужики, здорово! Кто ты нафиг такой? Держи ухо востро, приятель, тут повсюду индейцы. Они являются неожиданно, как гром среди ясного неба. Ладно, это все, что ты мне хотел сказать. Ну окей, 200 баксов это не слабо. Вот он где! Где? Алло! Откуда? Я... Ага, вижу. Попал? Я вообще не вижу никого. Видел, там один проскользнул, и все. Мужики, откуда вы идете? Я вообще никого не вижу. Они здесь. Так, кого-то грохнули. О! Нифига себе, блядь. Прикольно. Минус. Блин, вот третий засел, козел. Да умри, бля. Откуда он вылез? Охренеть, с лука херачат. Нифига себе, блин. Смелые ребята. Скорее нужна помощь! Это где? Ой, а лошадку можно? Нельзя лошадку? Похрен. Пойдем пешком. Где моя лошадь? О, херачит уже.
Эх, никто не попадает в поле зрения. Ну хоть одного убил. Хорош. Разобрался, профессионал. Красавчик. Вот это Рэй сейчас творит делов, да? Блин, патроны кончились. Плохо. А у них патронов нет. Супер. Просто, блин, супер. 200 баксов мне дай. Красавцы. Да, а тут где железная дорога? Так я так понимаю, что еще и не достроили, да? Ну да. Обязательно отправимся на встречу, только дайте мне лошадь, пожалуйста. Хм. Охренеть, где мой конь? Конь! Хорош! Чё-то я не заметил ни одного коня туда. Ну ладно. Так, все, погнали, смотрим заставочку. Выехал я уже на трассу к основному заданию. Поехали. Давай, скачи быстрее. Интересно, далеко ли ехать? А то я так выехал, просто чтобы путь показать. Мало ли, тут будем еще 20 минут ехать. Да, блин. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Да вон, кажется, уже все. За углом. А вот нифига. Ладно, я еще, наверное, немного подрежу. А может и не буду. Посмотрим. Да вот все уже, да. Вот он ты. Где пропадал? Тебе-то что за дело? Пора поговорить с Мендосой и его дружком, контрабандистом. Думаешь, стоит? Пойдем. Ну, пойдем. А я по-человечески зайду. Долбоебы. Пока не высовываться. Вы привлекли слишком много внимания. Завали. Да плевать я на это хотел. Я тем более. Держи коней, Рэй. Не повредит на время залечь на дно. Ладно, брат, мы спрячемся. Прямо в их логове. Нам надо торопиться, брат. У тебя как будто шило в заднице. Так, давайте, наверное, мы здесь закончим. Мы ищем Хуарса. Спроси босса. Этот человек мне вроде знаком. Эй! Мы ищем Хуарса. Он здесь? Господин Мендоса решил, что разумнее продолжить свой путь без вас. Барнсби! Сперва он не хотел этого делать, но я убедил его, что передать вас в мое распоряжение в его интересах. Рэй и Томас Маккол.
Я кровью поклялся на флаге Конфедерации, что я разыщу каждого дезертира, покинувшего мою часть. О, да. Из-за вас, трусливых псов, Атланта сгорела дотла. Мою жену и детей жестоко убили. Ну что, сам долбоёб. И теперь черные выродки пользуются теми же правами, что и добропорядочные христиане. Нахрена ему шпага? Что хотят, производят на свет ублюдков от наших женщин. Полковник, вы заплатите за предательство. Вы умрете смертью трусов, и ваши жалкие душонки будут вечно гореть в аду. Да-да-да-да, поговори. Все. Полковник Джереми Барнсби не сложил оружие, когда конфедераты сдались. Он собрал армию недовольных солдат-южан, которые не желали признавать поражение. Он повел их на запад через Арканзас и Оклахому, где они грабили банки, поезда и армейские обозы. Загнанные армией штатов на юг, в Мексику, они то и дело переходили границу, продолжая войну, которая уже несколько лет как закончилась. Пинкертоны выследили и схватили его в Аризоне. Все, спасибо всем, кто смотрел. Барнсби ждал экстрадиции, когда мои братья по глупости освободили его. Все, спасибо всем, кто смотрел, это был Зов Хуареса. Увидимся еще, всем удачи и пока.